Всем огромнейший привет, с вами Екатерина и Обустроено. И сегодня мы будем заниматься созданием листа папоротника для нашей тропической шляпной коробки. Если вы еще на нас не подписаны, обязательно подписывайтесь, присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, подписывайтесь на мой инстаграм и ищите все наши видео по хэштегу Милен Флорес. Итак, что нам потребуется? Нам потребуется 1-миллиметровый китайский фоамиран. Ну, можно и не китайский, но у меня был китайский, зеленого цвета. И мы отрезаем от него полоску. У меня вот тут немножечко с браком, вот я по этой полосочке и буду резать как раз. У нас получился лист 40 на 20. 40 на 20, вот такой вот лист. Теперь находим центр. На этом лист фоамирана можно отложить. Теперь берем обычный листок формата А4, складываем пополам. От центра в одну сторону делаем пометки через каждый сантиметр. Можно сделать это под зебру, можно и вовсе распечатать какую-то полосатую бумажку. И расчерчиваем вот такими сантиметровыми полосочками половину листа. Теперь нам нужно расчертить вторую половину. Только расчерчивать мы ее будем, опустившись на 0,5 сантиметра вниз. То есть полосочки у нас будут идти как бы в шахматном порядке. Теперь берем 4 флористических проволочки. У меня они толщиной 1 мм. Если у вас есть толстенькая проволока, тогда 4 прутика вам не надо, вы один можете взять. Но у меня тонкая, поэтому я буду ее соединять. Смотрите, что нам нужно получить по длине. Наша проволочка должна на 5 сантиметров выходить сверху. И должен быть достаточный хвостик, чтобы мы могли листок прикрепить затем в шляпную коробку. Теперь я 4 проволочки скручиваю тейп-лентой. Тейп-лента может быть любого цвета. Возьмите самую непопулярную, не ходовую. У меня вот красный завалялся кусочек. Я его и буду использовать. И скручиваем вместе. Затем нам нужно будет обернуть нашу проволоку. Да, вот 4 вместе. Полосочкой фоамирана. Почему? Потому что тейп-лента очень плохо клеится и плохо клеится всем. И космофеном, и горячим клеем. Отрезаем полосочку миллиметров 5. Прокручиваем ее в пальчиками. И теперь хорошенько в натяжку. Я буду клеить космофеном. Вы клеите то, чем вам удобно. Теперь на лист фоамирана наносим клей по той линии, которую мы с вами начертили. Опять-таки, я клею космофеном, вы можете клеить горячим пистолетом, если можете наклеить красиво. Не забываем, что у нас кончик должен выходить сантиметров на 5. И аккуратно приклеиваем. Если клеите космофеном, смотрите, не приклеите пальцы. Теперь берем наш листок, который мы расчертили, накладываем на фоамиран так, чтобы совпадал центр, и закрепляем канцелярскими прищепками. Берем ножнички, которые режут у нас зубчиками. У меня вот такие, они немножко детские, но они отлично режут фоамиран, и претензий у меня к ним нет. И теперь прорезаем по начерченным линиям. Теперь снимаем нашу бумажную бахрому и получаем вот такую заготовку листа. В длину мне А4 не хватило. Можно начертить еще раз, но я буду уже резать на глаз, потому что это не первый листок папоротника, который был сделан, поэтому я уже могу дорезать без шаблона. Готово. Теперь находим приблизительно центр нашего листка. Вот так. Делаем пометочку небольшую на этом листе. Берем линейку, отмеряем сверху 4 сантиметра,
в одну сторону и в другую. И теперь соединяем отмеченную точку 4 сантиметра с краем вот этого листочка. И обрезаем. И в другую сторону точно так же. Теперь нам нужно красиво оформить край листа. Берем ножнички, все те же, которые у нас с зубчиками, и обрезаем край. Вот такую форму он должен у нас приобрести. И таким образом мы разбираемся со всеми листочками. Можно сначала одну сторону обрезать. Потом перевернуть на другую и по такому же принципу обрезать вторую. Ну, согласитесь, уже немножечко похож. Теперь дорезаем до конца листья, то есть до основания. Смотрите, что делаем. С одной стороны делаем надрез и с другой. И теперь вот эти вот лишние торчащие кусочки листа аккуратно обрезаем. Я для этого советую использовать маникюрные ножнички. Вот что у нас должно получиться. Тогда лист будет еще более естественным и похожим на настоящий. Сначала в одну сторону можно резать. Переворачиваем. И теперь в другую. Если вы думали, что это самая скучная часть и длительная работа, я вас огорчу, сейчас будет еще веселее. Смотрите, лист-то, конечно, уже на лист похож. Но для того, чтобы он был еще более естественным, нам нужно разрезать, сделать маленький надрез, буквально 2 мм. В углублениях, так как шли у нас ножнички, вот так. Со всех сторон по длине всего листа. Когда мы нагреем фоамиран, он у нас немножечко скрутится, и вот эти маленькие листочки, они станут более фактурными, и мы их немножечко растянем. Вот такую форму приобрел наш лист. Теперь берем утюжок, ставим на двоечку, переворачиваем лист на изнаночную сторону и проглаживаем по парочке листиков. Не даем им сильно закрутиться, немного их растягиваем. Лишнее можно приподнять. Смотрите, насколько у нас отличается теперь листочки, которые мы обработали утюгом и которые еще не обрабатывали. Теперь нам нужно будет доделать верхушку нашего листка. Почему мы не делали ее сразу? Если бы мы ее раскраивали вместе с прямоугольником, у нас бы пошел большой расход материала. А так мы просто берем листочек нашего фоамирана, отмеряем вот эту ширину, да, берем 8, потому что нам еще нужно будет подрезать, и она немножко подскочит. И измеряем высоту. Берем. Вот у нас 8 и верхний листочек, да, 8 сантиметров. Находим центр, проводим линию. Теперь верхний листочек обрезаем, он у нас будет 1.
Готово. Остается приклеить к основному листку. Переворачиваем на изнанку наш цветочек и будем проставлять черные точечки на изнаночной стороне. Чем это можно сделать? Можно сделать обычной акриловой краской и очень тонкой кисточкой. А лучше не кисточкой, а таким инструментом, который используют в маникюре для того, чтобы всякие горошки создавать, и называется это dots. Или можно же взять контур для керамики в коричневом или в медном цвете. У меня вот медный. С таким носиком, конечно, удобнее работать. Но если нет, куда-то бежать за ним на край света не нужно. Можно взять простую акриловую краску. И поехали ставить точки. Еще одно очень медитативное занятие. Теперь листок с проставленными точечками мы оставляем до тех пор, пока они полностью не схватятся. Вот так выглядит наше творение. Когда контур или акриловая краска высохнет, мы верхушку немного закрутим. Вот так выглядит наш чудесный завершенный листочек. Теперь закручиваем верхушку. И теперь вообще все как по-настоящему. Таких листочков у меня два, и они отправятся у нас в шляпную коробку.